8 мая царское величество изволил сойти на острова и усмотрел в небе орла парящего. Взяв у солдата багинет, вырезал два дерна, положил крестообразно и изволил говорить: «На месте сем будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла». Прошло 100 лет, июль град, полночных стран краса льдина, из тьмы лесов, из топи плат вознесся пышно, горделиво, в гранит оделся Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. Летели четыре молодые за чудой, одежды роскошью блестели, а лица свежей красотой. Усталый из толпы я скрылся, и жаркую склоня голову, к окну в раздумье прислонился и загляделся на него. Ваше слово, товарищ Маузер. Довольно же
жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левой, левой, левой! Рыбий жир ленинградских речных фонарей.